И надо выбраться. Опа! Стоп! Всем хай! С вами Юджин, и сегодня мы с вами продолжаем играть в Майнкрафт. В прошлом выпуске я попросил вас дать мне задание на этот выпуск. И сейчас я буду подбирать себе квесты от вас. Но прежде чем мы приступим, поставьте огромный, просто гигантский лайк. Спасибо. 23 тысячи комментариев под предыдущим выпуском. Это какой-то невообразимый результат. Мы зареспаунились у себя дома. Кажется, на дворе ночь. Да, там ночь. Поэтому сидим дома и не рыпаемся. Итак, я нашел себе задание простое для новичка от билдера. Сделать железную броню. Для этого нам надо добыть руду и закинуть ее в печь. По-моему, мы с вами целую кучу руды железной нашли. Разве нет? Железная руда. Вот. Плавься, бич! Но мне что-то кажется, что у нас совсем не хватит. Не хватит железной руды, чтобы сделать все. У нас с вами полно работы. Идемте добывать железную руду. Значит, мы ходили в ту сторону, теперь давайте побежим вот сюда. О, смотрите, там что-то яркое. Воу-в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 оу. А! В сторону! Хотел мясом, что ли, его забить, Евгений? Как же сложно с ним. Ты где, скелет? Давай, иди сюда. Курица, помогай мне! Опа, да чтоб тебе... Есть, наконец-то. Итак, что это? А, это просто лава. О, блин, как я жестко упал. И надо выбраться. Опа, стоп, я видел тебя, мразь! Но теперь копать не нужно зато. Вот она, гора. Мы добрались. Наконец-то. О, лава прямо в воду стекает. Здесь только уголь, и нам нужно в какую-то пещеру, видимо, зайти. Бассейн из зомби. Топчись там, мразота. А это что, паук? Могу ударить? Ой, я сам упал! Ой, я сам упал! Надо же так! Как обидно! Все, хватит! Придется биться с ними. Где мой меч? Есть, готов. А, их тут двое! Их тут двое! Очень хорошо плавающие зомби! И плохо плавающие зомби! А-а-а! Жесть! Смотрите, шахта. О, а вот и железная руда. То, что нам нужно. Это ее очень мало спавнится. Очень аккуратненько так берем и идем. Вижу подземная река. И здесь становится уже совсем темно. Факел готов. Пойдемте туда, в неизведанное. Вот оно! Сокровище настоящее. Так, вот здесь у нас еще. Опа, это очень плохо. Ладно, взрывайся, давай. Взрывайся, молодец. Да ладно! Стоп! Мы, помню, рубили деревья, прям ствол рубили, и оно просто висело в воздухе. А тут может быть обвал? Пойдемте дальше. Смотрите, какая красота. Должен тут пошарить, и там металл как раз таки есть. Ой, вот это обидно. Думаю, мы сможем потом построить себе лестницу и вернуться. Так что не паникуем. Нет, давайте, значит, что сделаем. Поставим факел прямо вот сюда, под дырочкой, чтобы знать, куда идти. Ой-ой-ой-ой-ой, напоролся на мразь. Мразь. Так, давай. Блин, он пришел сюда. Да. Слушайте, ну он не такой опасный, его взрывы какая-то фигня. Да, кубики разрушаются, но у меня он всего лишь половину сердечка снял. Боже мой, вон еще металл. Ой-ой-ой. Ой, Евгений упал. Черт! Короче, я боюсь, что я смогу здесь заблудиться, давайте возвращаться. Мы наконец-таки добрались до места, от которого мы пришли. Мы не можем выбраться нормально, потому что мы кривые с вами. Сейчас, все будет. Нет! Ах ты мразота! Ах ты мразота! Ах ты мразота! Давай, снизу, по ногам ему! Есть! У меня, кстати, еды вообще по минимуму. Воу! Валим! Почему ты не валишь? Потому что у нас стамины по минимуму. Может быть, мы можем свеклу съесть? Обязательно готовить свеклу? Оу. Да, она прибавляет немножечко. Этого достаточно. Мы набрали 39 металла. Оп, а вот мы и дома. Ух, все, сидим. Во-первых, нам надо сделать кучу еды. О, давайте еще одну печку пихнем сюда. Надо цех по производству металла сделать. Но пока что мы приготовим еду, поэтому это цех по готовке еды. Пусть будет 3 слитка здесь делаться, 2 слитка тут. Почти какие слитки? Мы должны не слитки готовить, а металлическую руду, боже ж мой. Слышь, там кто-то храпит, бесит меня. Ты что делаешь здесь? А, вот ты стоишь здесь, харе. Кажется, у нас все теперь есть. Шлем, жилет, штанишки и ботинки. Как мы преображаемся круто. Сюда, сюда. В лучах солнца отлично будет сиять. Давайте сделаем меч железный. Мы можем сделать щит. А значит, еще и щит у нас готов. Надо проверить наши доспехи и щит на ком-нибудь. На утке! Подохни! Вот это эффективность. Ну что ж, будем считать, что задание выполнено. Следующее задание от Пика Пик. Задание называется Барыга. Сходить в деревню жителей, начать торговать с ними и построить взаимовыгодные отношения. Ну, берегите, жители, торговец идет. Будем долаживать с вами всякие связи. Для Евгения существует только один тип связи, это через постель. И он налаживает ее всю жизнь и никак не может наладить. Оп, есть, атакуем. Черт, черт, черт. Еще и взрывается здесь. Не надо мне тут. О! А! Сдохни. Сдохни. А, вот, все, наконец-таки меч у меня сломался. Ты смотри, зомби с мечом. Что бывает, оказывается.
А это что за... Зомби-малыш! Братья с ним. Да, блин, какой он проворный! Черт, беги! Так, да, какого хрена? Убьет ведь нафиг! Есть! А вон деревня. А, еще один зомби-малыш! Нет! Я не могу забраться по этой гребаной фигне! О. Спасибо, дверь! Открылась мне сама, походу. Так, я что-то жестко избежал, судя по всему. Спим. До утра. Ну его нафиг. А вот и я проснулся. Оу, а где жители? По-моему, что-то не так с этим городом. Где все? Всю деревню истребили. Да ты виноват. Подохни, подохни. Жители, вы где? Что-то не так пошло, видимо, здесь. С кем же тогда мне налаживать отношения? С тобой, что ли, осел? Он мне уже кланяется, так что я думаю, отношения налажены. Давайте попробуем его покормить. Он захавал. Ты теперь мой друг? Хм, погоди, что это сейчас было? Мне что-то попало в рот, и я стал как-то к тебе по-другому относиться. С большим отвращением. Может быть, что-то другое ему нужно? Гриб, например. Красного гриба не хочешь? Ой. И я тут же на него сел. Что мне теперь с ним делать? Как же я могу с него спрыгнуть? А, так я приручил его, все это, наш осел. Как мне заставить его идти? Но ослу нужно седло, да? Ладно, я к тебе еще вернусь. Ты не забывай меня, окей? А может, я могу и тебя тоже покормить? О, любовь! Смотрите, сколько любви. А, он сказал мое имя. Излучает любовь просто. Слушайте, но я не знаю, считается ли это за выполнение задания. Тут нет жителей, но есть куча животных. Я с ними наладил связь. Засчитано! И последнее задание на сегодня это Гензар предложил. Задание называется «Археолог Юджин». Найти пирамиду в пустыне. А в какую сторону здесь пустыня? Вот сюда. Тут песок, значит, возможно, это уже близко к пустыне. Ну что, ныряем? Уп. Смотрите, сколько утопленников здесь. А вон и малыш-зомби. Дельфинчик! А, он обратил на меня внимание. О, прикольно. А, коцы! Я думаю, я смогу их тоже приручать с помощью рыбки. Мне надо просто рыбку убить одну. Есть, готово. Нет? Ну-ка. Есть! Захавал. Смотри, как ускорился. Так, хорошо, вот он здесь, он меня провожает. Пока. У меня есть идея. Давайте заберемся как можно выше. Попробуем найти пустыню вдалеке. О, смотрите, там вон вдалеке что-то похожее на пустыню. Оу-оу-оу-оу. Так, я вижу следующие биомы. Это не пустыня, это каньоны. И вот еще лед. Давайте в ту сторону пойдем. О, боже мой, это будет долгий путь. Мы здесь. Осталось только найти здесь пирамиду. Вот она! Так, задание выполнено, я нашел ее, но теперь я хочу исследовать эту пирамиду. О, май год. Что, идем? А тут, стоп, тут могут быть ловушки, да? Вот эта кнопка? Нет. Раскопаем? Прежде чем туда пойти, давайте быстренько еще осмотрим местность. О, май год! Как это было опасно сейчас. Я думаю, вот так, вот таким вот образом мы сейчас с вами будем выстраивать свой поход вниз. Так, хорошо, хорошо. Благо у нас целая куча песка. Сейчас накидаем дождички песка. Ой, белиссимо. Окей, я взял какую-то штуку, синяя терракота. Блин, что это было? Соберись, Евгений, что произошло? Ты не знаешь, и никто не знает. Там была ловушка какая-то, видимо. Итак, запасаемся морковкой. Точнее, это свекла, да? Берем с собой верстак. Нам необходимо все вернуть. Седлаем своего верного осла. Чисто так, посидеть на дорожку. Спасибо, осел. И в путь. Ты кто? Попугай? Свеклу хочешь? Пшеницу? Семена? О, семена хочет. Быстрей! Он тебя убьет! Сдох. Он сам сдох. Он тебя не убьет, он просто сдохнет сам. О! Еще один. Попугайчик, лети! Лети, говорю! Нет. Он жив. О! Второй прилетел! Тут кормят, все верно. Няма. Все, за мной полетели. Вы поможете мне ловушки обнаруживать в пирамиде. Он летит за мной. А, ты мой умница. Надо тебя как-то назвать. Я назову тебя попугай. Прекрасно. За мной попугай. Ой, их двое за мной летит. Ну прекрасно, ну прекрасно. А почему вы перестали вдруг лететь? Куда ты ныряешь? Рожден летать, плавать не может. Выдохнули. Сели и выдохнули. Да елки зеленые. Свеклой тебя. Свеклой тебе по лицу. Давай, получай. Все, ребят, вы можете вот на этот островок залететь? Думаю, они справятся. Так, один есть. О! Какого дьявола? Кто это сделал? Кто это? Кто посмел?
Черт. Я валю отсюда. Вон они оба здесь, они за мной летят. Все, мне кажется, они не отстанут. Что это такое? Это житель? На двух верблюдах плавает. Привет, сэр. Торговать. Задание сейчас выполню. Че хочешь? Я тону. Очень удобное место для торговли выбрал. Вот серьезно. Все, пошел ты в жопу, у меня настроение плохое. Это опасное путешествие, не каждый способен выжить. А вон пирамида. Ладно, друзья, нужно, чтобы вы придумали имена этим попугаям. Пишите в комментах. Окей, вы готовы? Залетай, 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 давай. Не толпитесь в проходе. Сюда. Вот умницы. Теперь вниз. Тау, черт. Все, идем, 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 идем. Ой, все нахрен взорвалось. А у меня же и нету никакой твердой почвы. О, ребят, все не так просто, как я думал. А, смотрите, вон они у меня. Они находятся у меня на плечах прямо. Все, так и оставайтесь. Все отлично. А мы сейчас найдем себе ступеньки. Еще один попугай. Попугай, попугай. Сюда, стой, 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 мразота. Стой, мразота. Все, он наш. Два попугая на мне, зеленый где-то там летает. Ладно, он разберется, я думаю. Окей, как-то так. Я не вижу, где наш чертов лут. Осторожнее, ребят. О-о-о! Черт, ладно, больно, но не так сильно. Мы просрали весь свой лут почему-то. Ты смеешься надо мной? Ты смеешься надо мной, я не понимаю. Итак, нужно придумать три имени теперь для трех попугаев. А нам бы свалить отсюда как-нибудь. Ты побыстрее. Ты там летишь, нет? Летит, короче. Нам предстоит долгое путешествие домой. Как обидно, что все просрано. Блин, ну, видимо, дается какое-то определенное время для собирания лута своего потерянного. К сожалению, мы его потеряли навсегда. Идем. Теперь нас ждет долгий путь домой. И я где-то просрал своих попугайчиков. Я так активно бежал, что я даже не помню, в какой момент я перестал слышать их. Неужели нельзя в 2021 году сделать пернатым тварям нормальную функцию, чтобы они следовали, несмотря ни на что? Какого фига? Где мне их искать? Короче, если сейчас мы их не найдем с вами, я просто суициднусь. Потому что, ну, у меня ничего нету. О, погодите. Вот они. Вот они. Пока один только? Нет, вон второй. А третий где? Где голубой? Вон он! Привет, мои друзья! Как вы меня напугали. Опа, смотрите. Давай, пернатый. Быстро сюда. Скормил. Скормил, мразь. Все, у меня еще не попугай. Панда! Панданенок! Мясо будешь? Семена свеклы? Пшеницу? Гнилую плоть? Я не знаю, он, кажется, потерялся. Двое мне на плечах, двое летят за мной. Такой порядок. Опа, арбуз! Вот что это такое? Ладно, мне до деревни только добраться нужно. И все. Ну что ж, мы добрались, наконец-таки. Я очень горжусь собой, что не бросил попугайчиков своих. И даже еще одного новенького добыл. Белый. Теперь у нас их 4. Зеленый, синий, голубой и белый. О, вам предстоит придумать множество имен. Целых 4. А вот и наше место, да? Наше пристанище. Ждите меня здесь, я буду спать. Ух, ну что ж, друзья. Я думаю, на сегодня мы закончим. Да. Итак, что у нас сегодня по итогу? Я выполнил задание, которое я себе наметил, и потерял все, но приобрел новых друзей, целых 4 друзей, еще осла и овечку. В каком-то смысле я приобрел гораздо больше, чем потерял. И на этой оптимистичной ноте мы с вами закончим играть в Майнкрафт на сегодня. Если вам понравилось и вы хотите увидеть больше, то ставьте 1000 миллиардов лайков. Также пишите ваши задания, которые вы хотите, чтобы я выполнил в следующей серии. Плюс пишите, как мне их выполнить, потому что мне так будет просто проще. Если я не выполнил задание, которое вы мне на сегодня наметили, то просто продублируйте ваш комментарий вот под этим видосом. И может быть, я выберу именно ваше задание в следующем выпуске. Ну а на сегодня все. С вами был Юджин. Не забывайте подписываться на канал, становиться в доску своими. Зацените прохождение другие мои. Они все будут в описании под видео. И напоследок мы даем друг другу мощнющую петюлю. Вы готовы? 1, 2, 3 и 5!